Продавцу по имени Андрей представители административной комиссии района в этом сезоне успели выписать уже больше 5 штрафов, но он неизменно возвращается на это место. Продажа отбивает штрафы, поэтому возвращайся. Ну, как вы думаете? Перекресток улиц Авроры и Аэродромной уже много лет излюбленное место для стихийной торговли. Высокая проходимость обеспечивает продавцам хорошую прибыль. И сворачиваются они только при виде районной административной комиссии. А чё же вы спрятались, когда мы подошли? Мы стоим здесь при чём? Вы торгуете? Это же вы стояли здесь, торговали. Когда? Ну, мы вас видели перед собой. Вы уверены, что ли? Владельцев таких незаконных точек мало волнует облик города и здоровье жителей. Ведь торгуют вдоль дороги не только цветами и кроссвордами, но и продуктами питания. Вот и приходится представителям административной комиссии ежедневно обходить территорию района. Сотрудниками административной комиссии в ежедневном режиме проводятся мероприятия по привлечению виновных лиц к административной ответственности в рамках статьи 6.1 закона Самарской области об административных правонарушениях на территории Самарской области. На граждан штраф в размере от 1,5 до 4,5 тысяч предусмотрен. На должностных лиц от 5 до 7,5 тысяч рублей. За 3 месяца текущего года сотрудники административной комиссии района провели порядка 100 рейдов. Составили более 50 протоколов об административных правонарушениях на сумму свыше 150 тысяч рублей. Специалисты отмечают, за повторное нарушение штрафы увеличиваются. Для физических лиц достигают уже 5000 рублей. Помогают проверяющим и местные жители. Они фотографируют точки стихийной торговли. Взаимодействовать с администрацией гражданам помогают управляющие микрорайонами. Принимаем жалобы от жителей. Активные жители присылают нам на телефон. Наши телефоны на сайте администрации есть. На телефоны нам фотографии присылают различные по правонарушениям. И мы тут уже, конечно, принимаем активное участие. И спасибо жителям, что они принимают активное участие, потому что без них у нас бы ничего не получилось. В составе административной комиссии железнодорожного района 9 человек. Они не только борются с незаконной торговлей, но и помогают создавать благоприятные условия для жизни самарцев. Следят за соблюдением закона о тишине, правил благоустройства и содержания территорий управляющими организациями, контролируют безбилетный проезд и провоз багажа в транспорте. Такие комиссии действуют во всех районах Самары. Михаил Ермоленко, Сергей Баскин. События.